что ж, всем привет на моем 272-м стриме, и я перед стримом довольно долго сидел думать, что же будет у меня за 272-й стрим. Или это будет I Wanna Kill the Camellia 2, либо это будет Sonic the Hedgehog 2 на Any% Speedrun. Потому что я сегодня сидел весь день, блин, короче, тренировал этого Соника. Фух, ну я вам скажу, там в некоторых местах пипец спот. Вообще пипец спот. А один скип вообще настолько нестабильный, что я пока вообще забью на него. Ну, в общем, пока решил все-таки Камил. Ой, случайно микрофон выключил. Говорю, надо все-таки босса добивать. Ну что ж. Ну давайте, Клипсон босс. Я, короче, опять музыку сменил. Посмотрим, как зайдет. А, хаткей не включил, секунду. Привет, хиппи, Just Observer, Ладиславу, Эпсилон. Так, что-то я страту уже забыл, если честно. Я вроде вспомнил. Бьем всех подряд, страта. Так, желтый все. Красный все. Надо, можно синего ударить. Пожалуй. Надеюсь, никто не спросит, откуда эта музыка. Ну ладно, в принципе, норм попытка на самом деле. Лол. Just Observer, ну, странно. Видимо, Destination более стабильный, когда разучишь. Ну, хиппи, я же сказал, ну, в смысле, ну, я же сказал, что сегодня я целый день его тренил. Ну, раз я тренил, значит, скоро будет, да, очевидно. Привет, Патрикарик. Ну, такой, да. Привет, Шаман Блуд. Стоп, а мне казалось, что Смайл ничего себе выпилили со скотбасью. Что-то я его не видел в списке. Так, желтому достаточно. Красному достаточно. Давай-ка зеленый, поднатужься. Да ну, что же он так долго переключается-то? Не попал в тайминг.
слишком плохо нарисовано. Ну, не знаю, прикольно нарисовано. Уже не в тренде. Наоборот, вроде бы это такой свежий смайл. Достаточно. Сколько ему год-то есть, по-моему, года нет. Вообще не смайл, а саму этому картинке этой. Это что летело? Ну откуда? Ну я не телевизор, хиппи. Привет, Аю. Ну к тому же, может и месяц ждать. Я никаких сроков тебе не даю. Пойдет, так пойдет. Но я думаю, что в реальности не будет месяц, но я ничего не обещаю вообще. В данном случае. Вообще анонсы очень сильная штука, когда что-то такое специфичное, даже в стримах, анонсируешь заранее, говоришь вот такую-то дату, будет такой-то стрим, да, на нем вот такой-то будет, и повторяешь это, повторяешь, потом на него больше людей приходит. Ну, если, ну, как бы, это, ну, естественно, там должно быть хоть немножко что-то, как бы, необычное, но не обязательно прям что-то прям сверху. Типа вот я анонсировал этот, когда 2 года стримов там, да. Не только я, у других тоже замечал Фабино, там, всякие 24-часовые стримы, еще что-то. Какие-нибудь начала каких-нибудь марафонов. То есть я думаю, что если бы это внезапно началось, то столько зрителей бы не было. А вот именно когда... Чё я сделал? Привет, Фаспапи. Чё за вопросы такие, Фаспапи? Ох, держись. Зубами зацепился.
Так, ему один раз, по-моему, да, надо выстрелить еще. В принципе, можно начать уже этого фигачить. Все, зеленый ваншотный. Теперь желтому и красному не поздоровится. Ох-хо-хо, вот это. Сейчас если бы выстрелил, было бы ГГ, все. Привет, Фред, так. Стрим не вижу, жаль. Ну, можете, если кому-то не лень, передать привет индивидуалу. Прошел Кримсон, ты разве не видишь? Я, короче, опять фигню начал делать. Я этого желтого слишком много заспамил. Хороший Ситива стреляет. Да ну. Можешь не стрелять синего. А то сейчас по воде начну прыгать. Я опять синего попал, да ладно. Значит, надо аккуратней не попадать в синего, потому что у него, по-моему, все, последний выстрел и платформа поедет. Либо еще два, но, короче, лучше. Лучше не попадать! Последний был все-таки. Ну все. Ну, попытаюсь, но.
Надо тогда синего, что ли, добить, лол. Ну понятно. А, это он обманул Индивис, ясно. Пересдал? Че пересдал? Теорию вероятности? Поздравляю. Привет, Данил. Нет, только не говори, что не знаешь, откуда эта музыка. Нет, по-моему, даже пророк знает. Сейчас было опасненько. Просто надо второй прыжок нажать. Говорит, что сразу даже пророк? И нет, нифига не знаю. Ну так видишь, значит, даже я. Если бы ты знал, то это было бы даже. Так как ты не знаешь. Хотя, как говорится, поднимите руку те, кто знает. Ну, я не игнорю. Я во время битвы не могу чат читать. А ты только что сказал, что ты стрим не слышишь. Ну, та музыка была слишком добрая, она меня слишком расслабляла, а это напрягает. В принципе, можно чем-нибудь еще поставить, но не знаю. Но это вроде бы на ютубе не банят. А это, между прочим, важный фактор. Зря в желтого выстрелил. Красный не будет теперь пускать яблочко. Внезапное. В принципе, без желтых нормально микрить вроде бы. Веточка не задела.
Так, все, ему хорош. Так, синий. Зря, да, две выпустил? Ладно, норм. Так, ему вроде бы как раз один выстрел остался до воды. Ой. Ну там вообще некуда было. Слева тоже некуда, направо тоже некуда. Просто вообще я не видел куда абсолютно. Привет, Эльзарка. Зорга победитель нашей рубрики «Откуда музыка?», но правда он не сказал, ну как бы угадал игру хотя бы. Нет, тогда будет невозможно практически размикрить. Представь, сколько будет синих яблок на экране. Да, Индивис. Будешь? Вниз? Ну, это так, как бы тебе, во-первых, со стороны легко говорить, во-вторых, как бы постфактум, да, тоже, ну... Привет, Матича. Короче, мне, в общем-то, понравилась тема с убийством красного, как можно быстрее. Потому что его вот эти случайные, ну, не случайные, а по таймингу яблоки вот эти, они очень неприятные. Вот эти вот. Нет, не лучшая попытка. Ну, одно как бы, так именно точно таких же было несколько на прошлых, в прошлые разы. Разве было где два оставалось? Нет, по-моему. Что-то я не помню такого. По-моему, 3-4 так и было.
Странно, что я сейчас... Так говоришь, 2 хп осталось, и говоришь, вафелька. Так, по-моему, это неплохо, наоборот. Если уж так было. Ну, правда, возможно, ты придумываешь, но... Если правда, то... Это, по-моему, неплохая попытка тогда, значит, была. Короче, когда будет вода, я лучше буду все-таки в синего стрелять по одной. Вот я когда последний раз умер, по-моему, именно из-за того, что там летело 2 синих яблока. Ну, в смысле, по 2. Если бы одно было, то бы вполне возможно, что я и размеклил бы. Прыгнул. Да это, может, дело не в интернете, а в Твиче. Ну, вернее... Ну, короче, я не знаю. Многие проблемы с Твичом, независимо от ширины канала. Заявленный по тарифу. Потому что до самого Твича, видимо, канал узкий. Из некоторых регионов, или я не знаю. От некоторых провайдеров.
синего убьем самым первым. Хотя яблоки красного будут сильно мешать. Где там? Ну и при чем тут это? У тебя, по-моему, достаточно ресурсов для этого. Ну, 126 тысяч человек не конкретно же из России или из того региона смотрят. Я думаю, там в основном с Запада. Что-то я веточку эту не увидел. Не знаю, мне вроде показывает, что стрим работает. Ну, то есть даже я в плеере запускаю, он работает. Почему вы говорите, что не работает? Или только что заработал? Нет, в смысле сдох, но работает Twitch. Ну, я вот только что проверил, у меня плеер запускается. Все, вон даже счетчик показывает нормально. Работает или...
Извините, чуть-чуть нужно было отвлечься. Интерес. Когда Destination? Да ну, стандартная вообще нельзя, Зорка что-то, по-моему, не катит. Я вообще, если честно, не знаю, откуда она, но она какая-то стрёмная слишком. Привет, Зеро. Не дали второго прыжка. Надеюсь, Индивис стрим не завтра. Да, кстати, рубрики завтра не будет, скорее всего. Потому что с утра я с Рубиного контру стримлю. Потом, ну, у меня же типа день рождения, поэтому я, короче, там не за компом, наверное. Не знаю, постримлю или нет. Но... Не факт, короче. Потому что приедут родственники. Ну, я, может, воскресенье проведу, не знаю. Видишь, на субботу совпало. А, я в синего попал. А я думаю, что такое? Что-то не то. Еще дурацкого красного украли. Ослабляем теперь зеленого. До нужного состояния. Рано, наверное. Не стоит его покопить. Так, один удар ему. Тогда можно этого уже.
удара желтому. Так, синему примерно два удара до водных. Боялся, что если еще один раз нажму прыжок на левой платформе, то у меня уже левое яблоко слева убьет. Просрал сейф санспайки. Ну норм, тренинг пошел. Надо пистолетово вместо музыки? Нет, не надо. Готовку, о чем? Ну, в принципе, может быть, это даже плюс. Я это задел. Если бы это была еда, то что бы это было? Ну, зеленая, например, лимон, да? Ой, желтый, в смысле. Ну вы поняли. Желтый лимон. Зеленая. Ну, правда, не такой формы, но огурец, может быть, да, еще что-то. Потом красная, перец, либо томат. А вот синяя. Может быть синяя. Что-то даже в голову ничего не приходит. Что, в природе синий цвет в продуктах редко встречается, что ли? Могу придумать синюю еду. Естественно. Коричневые бывают.
черника. Во, нормально. А, слива, вот это слива. На ней постоянно сливаем. Куда ты стреляешь? Он еще не готов. Считал. Привет, Владимир. Thank you.
еще, да? Нет? Еще один как раз, и теперь все, нельзя в сливу стрелять. Значит, затренишь за спидрана, пророк. Ну, брат, в спидране там еще и босса надо проходить. Зачем я этот ремонт пустил? Так, помидор ваншотный. Зачем я так прыгнул? Чего? Я вообще не понимаю, что ты написал. Ты написал это как-то... Как-то, знаешь, слишком... Ну, ты понимаешь. А ничего, гопники какие-то, что ли?
покемоны добрые, они не нападают на людей. К тому же, что-то они какие-то мутировавшие. И почему у них, они все знают только одну атаку, яблочки? А яблоки это какая стихия? Интересно, Калиманду как-то делал этого босса в оригинальном игре. Он это так и задумывал, чтобы платформочки не двигали персонажа, или он случайно так сделал и просто забил? Интересно, насколько бы изменилась битва, в какую сторону есть? Или хуже было бы, если бы они двигали. Но так вроде бы очевидно кажется, что было бы лучше, но с другой стороны, как бы ахеза.
Откуда оно взялось? Его не было. Just Leonard, thank you for follow. А, ты русский, привет, спасибо за подписку. Просто по имени так сразу не скажешь. Как я хочу добить этого босса, и он такой что-то в итоге ботный оказался, лол. Он да, нестабильнее, чем... более нестабильный, чем Destination. Вообще, это внезапно совершенно, лол. У меня в жизни таком вообще никогда не было. Кстати, до меня тут слухи дошли, что BBF прошел вторую камилию за там два с чем-то часа полностью вместе с финальным боссом. Но вы поняли, что я сейчас сделал. Это не было специально.
знаете, есть такие маленькие помидорчики продаются, как они называются? Прям крошечные. Больше на какую-то ягоду похоже. Подожди, какие сливы? Желтые надо. О, я... Видите, я туплю очень сильно на этом боссе. Но я не знаю почему. Какие сливы? Надо желтого бить. Это лимон же. Чё я так туплю-то? Ну, нафиг. Ну вообще там никак было, ну вообще никак. Не киви, яблочко. Нет, яблочек не надо, яблочек достаточно. А, черри называются маленькие помидоры? Блин, а чё ж так нелогично-то? У нас и яблоки черри, и помидоры теперь черри. Потому что мы к этому пришли, к такому выводу. Так, ну это мем, ну в Айванах никто не знает, типа, это яблоки или вишня, вишня по-английски черри. И в итоге это яблоки, ну очевидно же, все знают, что это яблоки.
но иногда я подписываю в черри. Поэтому у нас яблоки черри. Ну, просто такая... такой мем. А помидор черри, потому что его даже в магазинах подписывают черри, если он маленького размера. В Токио у нас по-русски помидоры, короче, и яблоки, по-английски черри и черри. Зря повернулся, зачем? Главное про желтого опять не забыть. Ох-хо-хо. Ой, идиот. Ну так никто больше не играет. Так никто больше не играет. Только я так могу сыграть. Это уже даже не смешно, мне уже вообще не смешно. Это у меня что-то не то с головой, если я так делаю. Если я буду делать так,
то я на нем просижу все оставшиеся 100 дней челленджа. Хотел стрелять в лимон. Ну, сейчас уже так заодно выставил, все равно уже яблоки летают. Лимоны. Могу поверить, что я уже полтора часа опять сижу на этом боссе. И вообще никакого прогресса. Опять очередной стрим, на котором я просто ничего не делаю. Как так-то? Это же не третья Камиля, а вторая. Пророк говорил, изи игра. Мне даже Гуги быстрее говорил то, что типа, ой, для тебя она уже слишком изи, типа ты ее перерос или что-то типа того. Да что-то нет, что-то нет. Вообще нет. Вообще нет. За всех говорить, но по крайней мере из тех, кого я знаю. Все говорили, что это easy boss, destination жесть, а типа все остальное бы страшно так себе. Thank you.
самое невкусное киви в моей жизни. Переборщил с сливами. Подолго платформа появлялась.
зря. Просто нет, просто нет. Лайм? А что такое лайм? Подожди. А, я не помню, как лайм выглядит. Ну потому что этот босс, все. Ой, все, короче, для меня этот босс. Убежал. Привет, босс. В смысле, спамить, типа? Ну, как бы там, понимаешь, иногда есть ситуация, в которой можно поспамить, а иногда мне просто тупо не, ну, нет возможности. Разве что переждать, типа, не атаковать какое-то время. Да я тоже в ректе так убил, только как ты не понимаешь, здесь босс сложнее. Яблок намного больше на экране. Я тоже в ректе заспамил его. Еще до воды. Но это рект. Здесь их видишь, вообще страта другая на босса. Я в ректе просто убивал этого красного и желтого, вообще не парясь, сколько здоровья у зеленого. А потом уже зеленого доводил до ваншотного состояния и далее бил синего. Здесь это слишком опасно. Лимончик.
Ну туда, там на меня летело, я просто все на реакции выпрыгнул. Конечно, была антиспам защита. Там на всех боссов антиспам защита, кроме последних боссов. Ну и разумеется, кроме авейденцев, где вообще не надо Лайму 2 или 3 выстрела, да? Все, последний. Может, зря это сделал? Вот пророк, воды твоей тактики. Пожалуйста. Хей, Джен.
Так, главное не увлечься. Один выстрел, еще лайк. Все. Куда? Сейчас хорошо полетело яблоко прямо в меня, но каким-то чудом я выжил. Удачи, край, так? Какая же концентрация нужна на этом боссе, видите, я сижу вообще просто. Что-то прям потею. Я не удивлен, что Абеленков не знает, откуда эта музыка. Да ну, зачем синего-то, ну лол. Контра Хардкорпс, последний босс. Last Sprint Steel. Потому что стандартная меня угнетает. Надоело. С
крип этого босса пройти, и я думаю, что другие боссы уже повеселее пойдут. Потому что их я, по крайней мере, не видел атаки, будем изучать, будем смотреть. Ну, короче, что-то новенькое будет для меня и для вас. Вот ты убил Кримсона, блин? Ответь. Если нет, то не надо говорить, сложно он или нет. Только лишь потому, что ты видел там где-то. Я тоже так считал. На деле что-то вообще нет. Я был уверен, что он не сложный. Я сижу на нем больше, чем на Destination. Хорошо, а Destination за сколько убил? Не за 15, наверное? В сравнении же все познается. К тому же на рандоме он не говорит о сложности босса, а ты второй раз убей его. Короче, поговаривают, что пироманьяк, который типа сейчас имеет самый большой прогресс в Камиле 3, типа он таз записывает, а не сам проходит. Я не могу не подтвердить, это не опровергнуто. Я пока не пересматривал видео, но что-то вроде говорят, что там типа музыка наложена сверху, и звуков прыжков, ну типа нету, и стрельбы. Я что-то не обратил на это внимания пока. Ну не знаю, вот бы он появился спросить. А какая разница, кто говорит? Как бы на самом деле я знаю, какое может быть, ну, реальное объяснение, почему музыка наложена. Типа, если он проходит под какую-то свою музыку, а потом накладывает оригинал. Ну, потому что типа надоедает там. Или смотрит стрим в этот момент чей-нибудь. Я знаю, как можно доказать, что настоящее прохождение с его стороны. Но пока он не появится, я не скажу как. Чтобы ничего там заранее не сделал.
покупаем лимон. Слива. Никаких быстрых атак, пророк. Мне один раз хватило. Не дали второй прыжок. В смысле, кроме таза, не понял. Ну, пироманьяк уже Lunar Magic прошел, то есть стало быть, он на бете аре, либо уже Дарупе. Потому что уровни он не выкладывает, только боссов. Либо на Дарупе, либо на бете. Ну вот, но как бы, видишь, неизвестно, на самом деле он дошел. Ну как бы, у меня в целом нету, объективно, все-таки причин не доверять. Но все-таки это такое. Если он хочет сказать, что он первый, кто прошел Кабиры 3 из русскоязычных, то нужны аргументы, конечно, такие веские. Декстер обгонит, не смеши. Еще скажи, обсервер обгонит. Обсервер Декстер обгонит, это, ну, уже обогнал, безусловно, потому что, ну, секретки же. Вперед. Декстер. Это сейчас было прикольно. Ну так как я, никто не застрянет на бустраше. Ты видишь, как я застрял? Жесть. Вон без идти спрашивал один человек в мире. В мире. Но она того не стоит, я к этому человеку не испытываю какого-то уважения или чего-то. Потому что ему скорее надо в больничку. Я считаю. То есть Камирия 3, но это, ну, относительно. Скажем так, Дривонабия, но в Тис играет. Thank you.
это для меня это примерно так же, как и как Хейпл проходить. Не помню, по-моему, японец какой-то. Или кореец. Не, по-моему, японец. Ну, ты же видел, что это такое? Там сейвов между фазами нет. Это все надо за одну жизнь пройти. Да, около 12 минут, примерно как полковник босс. И около 12 минут с разными атаками. И в каждой, естественно, куча рандома такого же уровня, как и на полковнике в Камиле. Ну, Good Game есть. Как бы никто особо браться не хочет за это даже. Может быть, кто-нибудь еще бы смог, никто не хочет браться, потому что это наркомания. Зачем такое вообще? Удовольствие, я не думаю, что там удовольствие получаешь. Понятно, что если ты пройдешься, наверное, получишь удовольствие, но слишком долгий процесс. Вот и опять. Ну, зачем? Ну я просто... По-любому победная попытка. То есть у него нет чекпоинтов, Владислава, это все надо за раз пройти.
Да, ну понимаешь, Фастпапи, это интересные игры. Ты в процессе прохождения от них, ну, в той или иной степени получаешь удовольствие. Даже убивая вот этого босса сейчас, мне все равно интересно. Да, я хочу его быстрее убить, там, уже задолбался там его убивать, да, но все равно, в целом-то, ну, мне же нравится играть в эти игры. А там ты потратишь хрен сколько времени, и первый же прогресс будет прохождением игры через очень длительное время. Ну, если, конечно, ты вообще пройдешь. И, честно говоря, сам Away Dance тоже так себе, даже смотреть его в среднем. С контрой, вот с этой контрой, да, опять оставлял пару хп, короче, у синего, ну и зеленый ваншотный был. А ты робота не убил, да, я так понимаю? Даже донат проговаривается с PayPal. Все, короче, в порядке. А почему я это про контру? Ну ты слышишь музыку? А Хопино завтра, ну, контра с утра. Приготавливайся к ваншотному состоянию. Ой, не в того. Раньше времени сливу нельзя трогать. А то она меня в сливу превратит. Да ну...
Риму там привет передавай. Привет, Туклербир. Шестьдесят шесть часов в игру прохожу. Да я просто, ну, умер очень сейчас глупо, я просто почему-то не прыгнул, ну, что это? Я такие безумные ворота там делал, а умер просто так, вообще просто так. Привет, Фотозок. Потому что, да, это слива, короче, лимон, лайм и помидор, который черри. Ну или томат. Ну а слива, потому что я на ней сливаюсь постоянно. Как же неловко порой эту игру просто, я даже не понимаю, что вообще происходит. Вот какая-то неловкая ситуация. Здесь все няшечки, кроме лайма дурацкого. Ну и слива, конечно, потому что слива вначале норм, а потом она просто сливает. И это не прикольно и не весело.
итоге роли сколько ты убивал аннихилятора по времени, ну, по игровому, скажем, таймеру? 63, что ли, да? Уже убиваю больше 10 часов. Чего я не ожидал. Ты, наверное, от аннихилятора и ожидал чего-то подобного. От этого я не ожидал. Вообще, ну вот, вообще не ожидал. Все отдыхает. Там еще выстрела два и сливовый сок пойдет. Боялся, вот сейчас выстрелить, думал, сливу попаду. Какой опасный прыжок сейчас был. На фрейм больше и все. Можно было бы закапывать кида. Итак, надо теперь добиться слива высока. Нет, ух, я почти выжил, надо было влево нажать. Гантриггер, привет. На нем вообще другая музыка. В прошлый раз была другая, нестандартная. Ну, потому что я заменил тупо файл. И сейчас еще другой заменил просто.
Чё, по воду 6 часов и 6 минут. Нормально, нормально. Пипец пот, просто пипец пот. Конечно, вот надоедает вот это начало проходить, вот зеленый очень толстый. Как триггер, когда выстрелишь? Задолбал болеть. Там, понимаешь, Half-Life не пройдено. Там много чего не пройдено. Ты сам знаешь. Мои реквесты вообще отдыхают. Ну, я понимаю, очередь. Так как очередь не продвигается. Сейчас было тормознуто, я долго думал стрелять или не стрелять. Ох. Вот это сейчас подлое было, лимон. Поддельные эмоции. Да какие у меня эмоции-то? Ну ничего, Роли, сейчас ты натренишься, закалишься, уже не такой, может, подгораемый будешь. То есть, ну, в смысле, именно, то есть, либо ты дропнешь, либо если не дропнешь, то к концу уже, мне кажется, придешь более закаленный. Ну, как бы тут одно из двух. Потому что невозможно гореть с такой же степенью, только пропорционально сложностям босса по следующих, и при этом проходить, то есть, ну, придется закалиться, либо дропнуть. Но ты говоришь, ты не дропнешь, значит, придется закалиться. Так если только проснулся, ну, так давай, а чё, почему не постримить? Подождите, что-то мне немного нехорошо. Голова болит. Сейчас я окно хоть открою.
Ладно, продолжим, но я не знаю, сколько, если честно, буду продолжать, потому что что-то, не знаю, голова кружится, хрен знает из-за чего. Я опять 3 часа просидел на этом боссе, ничего не добился. Как так получается? Ну как? Я не верю, что этот босс только занимает. Ну, это бред, такой бред. Ну это не может быть такое сложное. Проще-то нету, но этого не должно было произойти здесь. Да, Роли, ты еще вопрос такой задаешь? Очень удивился я, что ты как бы ничего не уверен. Ладно, там Абельенко спросил. Игре больше лет, чем ему века. Ты не играл в Hard Corps? Реквестирую. А, или у тебя там что, за деньги реквесты? Как там ты, какая у тебя там система. Да ладно, ты не играл в Counter Hard Corps. Моя жизнь не будет прежней. Может быть же там сервер, блин. Ладно, ты оригинальную контру проходишь вообще без смертей. А Hard Corps даже не проходил. Ну это надо срочно исправлять, это прям срочно. Это такой зашквар. Что игра, то есть мало того, что, ну, очень, ну, как бы, мне надо поиграть хотя бы из-за того, что, ну, такая классика, которая очень популярная, да, ну и плюс мне очень приятно играть, она очень приятная по геймплею, намного приятнее, чем первая контра. Ну, первая контра тоже классная, я не спорю, хорошая очень игра, но Hard Corps еще лучше, еще намного приятнее. Я ее же даже почти проходил с закрытыми глазами. Потому что, ну, она паттерновая, естественно, там рандомов очень мало. Ну, правда, у меня был японский кадридж, где хпшки есть. Плюс я роботом играл. А, у тебя Сеги не было. Но все равно, ты уже стримишь сколько, 5 лет или сколько там? И, ну, вроде бы ты в старые игры ты играешь, там, блин, 3.
короче, это надо прям вот исправлять. Сейчас такой контригер напишет, а я тоже Contour Hard Corps не проходил, да? Надеюсь, нет. Нет, что-то не сегодня. Извините, народ, не сегодня. Чего сейчас прочитаю, что написали? Придумаешь что-нибудь? А, это я уже читал. Два года. То есть ты чуть больше меня только стримишь? Лоль. Так. Чё там кто? А, Йо-Йо тут, где он там? Он же Камилю 3 спидранит. Как у него прогресс? Сейчас захостим. О, пиано. Ну, конечно, захостить чувака, у которого 384 зрителя, своими 16 на Твиче, такое. Ну, пофигу, я думаю, тут главное... Главное не количество, просто приятно сделать, да? Так, ну, тогда на этом стрим заканчивается. Всем спасибо, что сидели. Не знаю, когда я добью этого босса. Ну, сейчас я ссылку скину. Кто не на Твиче? Кто на Твиче, я сейчас захочу. А кто на Good Game, там я ссылку скину. Все, всем пока.